Яким чином, в принципі, така велика кількість правоохоронних органів заважає Україні, наприклад, в економічному розвитку, наприклад, в все ж таки пришвидшення процесів щодо мирного врегулювання на Донбасі? Ну, от з вашої точки зору, як це? То я ж просто не назвав всіх правоохоронні органи, їх набагато більше. Смотрите. Когда один из центральных правоохранительных органов возглавляет человек, осужденный за те деяния, с которыми он поставлен туда бороться, то дальше уже можно не продолжать об остальных органах, поскольку если под эгидой Министерства внутренних дел, под их крылом существует Си-14, когда тоже министерство держит с одной стороны оборону людей от Си-14, а с другой защищает эту же Си-14 и финансирует от тех людей. Вопрос только в одном. Нет государственных денег, нет какой-то Украины, которая вот просто это символ. Есть люди, это мы с вами, и это наши деньги идут на содержание всех этих множественных организаций, не только правоохранительных, которые абсолютно не нужны. Вот смотрите, нынешняя министр образования Новосад, она перед этим возглавляла, то ли замдиректора, была какой-то структурой при Министерстве образования. Что это за структура, кому она нужна, эта структура? Но при этом она говорит, что там она зарабатывала денег больше. Опять-таки, чьих денег? Это опять наши все деньги. Это же бюджету. Когда зарплаты они сами себе назначают по несколько, чуть ли не по миллиону, то назначают они, оплатим опять-таки мы. Так вот, пора уже наконец задуматься, взять себя в руки и сказать, что, ну, в конце концов, мне это не нравится. Вот каждый человек должен понять, что его объедает вот эта вся свора, которая растет и растет и растет и растет. Ведь каждый раз сейчас создаются какие-то новые структуры, которые призваны то ли усиливать имеющиеся структуры, то ли следить за ними. Но пора уже понять обществу, что без ревизионной функции самого общества, без контроля, да, многие мне говорят, что так и есть же представительная демократия, это они как раз и осуществляют наше представительство. Но это далеко не так, поскольку кроме себя любимых они не представляют никого из нас.